Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим светодиодные лампы от компании OLED, новая серия R, на цоколь H11, температура свечения 6000 кельвинов. Поставляются в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию лампы. Открываем нашу коробку. Так, здесь у нас находится небольшая инструкция с характеристиками и схемами подключения. Так, в комплекте у нас имеется шестигранник с маленькими винтами для фиксации и две лампы. Вот такие вот лампы. Мощность 22 Вт. Данные лампы предназначены, чтобы их устанавливали в рефлекторную оптику. Система охлаждения, идет кулер. Здесь имеется и сама лампа полностью металлическая. Для чего это сделано? Для того, чтобы тепло, которое выдают светодиоды, на каждой лампе по 6 светодиодов здесь установлено, тепло распространялось полностью по всей плоскости лампы. Вот. Здесь у нас драйвер находится и имеется розетка для подключения, разъем. Заявленный световой поток 4000 люмен. Вот. Сейчас мы подключим одну из ламп и посмотрим, как они реально будут светить. Так, плюс-минус у нас подписан. Отключаем лампу. Хочу сразу сказать, светит очень ярко. Вот, поэтому после установки таких ламп нужно будет обязательно корректировать фары, дабы правильно выставить светотеневую границу и тем самым не слепить встречные автомобили. Как и заявлено, световой поток 6000 кельвинов. Вот световая температура, вернее, чисто белый свет выдает данные лампы. При покупке на комплект ламп распространяется гарантия обязательно. Дополнительные характеристики и стоимость таких ламп вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.